Однажды после очень неудачного эксперимента досталась нам вот такая рама желтая. Это ХВЗ начала 60-х годов. Человек пытался ее сам согнуть, засунул лом в рулевую и пытался получить какую-то спортивную геометрию этой рамы. На самом деле у нас было две таких рамы. Одна ушла, и на ней был сделан другой проект. А вот эта вот желтая очень долго висела на стене и дождалась своего часа. Очистили ее, покрасили очень необычный, яркий, сочный розовый цвет. Долго-долго вычищали всю грязь из каретки, принарезали ее и поставили современную каретку на промподшипниках под квадрат. В целом бюджет этого велосипеда обошелся очень недорого. Все запчасти бэушные, подбирались практически на халяву. Работа также по дружбе делалась бесплатно. Общий бюджет примерно от 4 до 5 тысяч рублей. Ну, самое интересное, что здесь было сделано, это, наверное, то, что зачистил я чашки рулевой. То есть они были ржавые, и я дремелем очень долго чистил, ржавчины полировал их, чтобы придать им более-менее такой презентабельный вид. В целом велосипед делался для девушки. Ростовка там 56-я. Колесики такие приятные. Единственное, что вилка передняя, конечно, очень она большая от туриста. Если туда поставить какую-нибудь старт-шоссе, геометрия была бы поприятнее. Все комплектующие, соответственно, современные, то есть только вилка и рама старые, все остальное уже все новое. Долго вот я напильничком выпиливаю там рулевую, чтобы шайбу туда подобрать. Ну, прикольно получилось, такой необычный велосипед из старого-старого хлама. Так что если у вас есть рамы, есть старые велосипеды, можно их оживить, обновить. Приходите, сделаем для вас что-нибудь необычное, приятное.